Вопрос в повестке. В Северо-Ивинском районе сменят главу. Об этом говорили на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Магаданской области. Первый заместитель Юрий Бадяев доложил главе территории об итогах рабочей поездки в Северо-Ивинский городской округ. Группа правительства работала в муниципальном образовании с 3 по 6 августа. Накануне Сергей Носов раскритиковал темпы выполнения работ по благоустройству и реализации социально значимых для жителей проектов в округе. Достаточно низкий уровень квалификации работников. Второе – отсутствует спрос за порученное дело. Третье – отсутствует мотивация работников к качественному и добросовестному исполнению своих должностных обязанностей. Четвертое – некачественная связь в районе, можно сказать, ее практически нет, но это касается также интернета. Пятое – не исполняются указания правительства Магаданской области в части маршрутических замеров и проведения инвентаризации топлива. Особое внимание хотелось бы остановиться на исполнении национальных проектов. Так, нацпроект «Чистая вода», инвентаризация была сделана только в Северо-Ивинске, там качество воды соответствует 100%. В других населенных пунктах нет центральных водозаборов и качество воды не контролируется. В ближайшее время на стол губернатору Магаданской области ляжет список кандидатов на должность главы Северо-Ивинского городского округа. Кроме того, в районе планируют вести внешнее управление финансами. 13-го выборы, значит, нужно будет определяться и с главой, правильно? Не кандидатов на конкурсную комиссию, значит, а прошу готовить. Делать людей заложниками неправильно.